Не будет преувеличением сказать, что Масленица – один из любимейших праздников детворы. Ведь традиционно в образовательных учреждениях района на Масленичной неделе устраиваются самые веселые и задорные гуляния. В одной из школ города на праздновании Масленицы побывали и мы. Двор 16-й школы Славянска на Кубани на один день превратился в настоящую старинную ярмарочную площадь. Столы, расставленные тут, ломились от вкусностей. Дети были наряжены в исторические костюмы и угощались главным символом Масленицы – румяными блинами. Масленица – это не просто шумный праздник. Для школы это воспитательный момент, позволяющий прививать детям культуру и традиции предков не по учебникам, а, так сказать, методом погружения. На празднике ребятам рассказали об истории и традициях Масленицы. Для мальчишек и девчонок были организованы соревнования. И если парни соревновались в ловкости и силе на станциях бой подушками или дартс, то для девочек была подготовлена своя программа. Им, к примеру, предлагалось на скорость заплести косу. Но, конечно же, самым ожидаемым и радостным моментом для всех было традиционное сжигание чучела Масленицы. По поверьям, этот ритуал не просто проводы зимы. С языками пламени и дымом в небо улетают все горести и невзгоды, которые скопились у людей за год.